В Югре трое детей попали под колеса машин. Нижневартовский водитель наехал на 7-летнего мальчика-пешехода, перебегавшего проезжую часть слева направо. В Нефтеюганске 13-летний подросток на электросамокате не уступил дорогу автомобилю, тем самым спровоцировав аварию. Еще одно ДТП произошло в одном из сургутских дворов, где водитель кроссовера наехал на 9-летнего мальчика-велосипедиста. Как отметили в ГИБДД Югры, все дети пострадали от собственной неосторожности, проигнорировав правила дорожного движения. Напомню, дети до 14 лет, передвигаясь на велосипеде или самокате, должны соблюдать правила для пешеходов. Все происшествия случились в час пик, когда водители спешат на обед или домой после рабочего дня, а дети возвращаются из школы. По информации окружной госавтоинспекции, с начала года в Югре пострадало почти 70 детей-пешеходов.